Cheap Sound Studio. Итальянская армия. Первая мировая война. Военный призыв был введен итальянским правительством в 1907 году, а к 1912 итальянская армия состояла из 300 тысяч человек. Но в июле 1914 года не хватало опытных сержантов и обученных офицеров. Генерал Луиджи Кадорна стал начальником штаба итальянской армии. Итальянское правительство первоначально объявило о нейтралитете. Но с началом Первой мировой войны генерал Кадорна начал наращивать армию, концентрируя свои силы на границах с Австрией и Венгрией. Секретное совещание состоялось в Англии 26 апреля 1915 года и завершилось тем, что итальянское правительство согласилось вступить в войну в обмен на финансовую помощь и землю под контролем австрийско-венгерского государства весной 1915 года. У Луиджи Кадорны было 25 пехотных и 4 кавалерийских дивизий. Хотя артиллерии не хватало, Кадорна начал наступление на австрийско-венгерскую армию в мае 1915 года. Австрийско-венгерские войска прорвались, и итальянская армия понесла большие потери. В августе 1916 года Кадорна одержал значительную победу в Горице, но австро-германское наступление на Капаретто годом позже, в октябре 1917 года, имело катастрофические последствия для итальянской армии, когда генерал потерял 300 тысяч человек. Луиджи Кадорна был заменен генералом Армандо Диасом. Армандо Диас был вынужден начать наступление, которое он наконец сделал 23 октября 1918 года, Виторио Венето, при котором город был взят вместе с врагами. Австро-германская армия потеряла 5 миллионов 200 тысяч человек, служивших в итальянской армии во время Первой мировой войны. 420 тысяч человек были убиты, почти 955 тысяч были ранены.